Приветствую. Смотрите, вы пишете про проблему невозможности отпустить человека и то, что вы все время о нем думаете. Как бы вы ничего не говорите конкретно про свои отношения, вы ничего не рассказываете про них, не совсем понятен. А контекст вашего взаимодействия с молодым человеком не совсем понятно, а как бы история ваших отношений, расставания, вот, последующее общение, и вообще про вас как бы ничего не известно, да? Все это могло бы, конечно, помочь. Получается, что вы выбираете максимально общий ответ на свой вопрос, что, конечно, не есть хорошо, потому что общие ответы не помогают, да? Вот. Но одно я могу сказать точно, что первое, вот то, что вы именно думаете о человеке постоянно, да, именно думаете о нем. Здесь ваше желание имеет место быть, то есть вот именно то, что вы хотите, то, что вот вам нужно, да? В чем, ну вот, в чем вы нуждаетесь. И здесь получается отношение и восприятие ваших собственных желаний, восприятие ваших собственных потребностей, восприятие ваших чувств, вот то, как вы все это воспринимаете. Очень важный момент. Ну, вот. А с другой стороны, это вот то, что вы человека не можете отпустить, да? Это невозможность по факту переключиться на что-то другое, то есть невозможность по-другому реализовать свои желания. Вот. Ну, может быть, это связано в том числе еще и в том, что вы вообще не понимаете, что вы хотите и в чем вы нуждаетесь. Может быть, вы этого не понимаете. Вот. Но тут, конечно, возможны варианты. Ну вот, в целом же никакого способа, никаких способов, значит, ну, опустить нет, потому что здесь только прожить, вам нужно именно что проживать. То, что вы сейчас чувствуете, то есть вот вам нужна помощь в, значит, в проживании вот ваших эмоций сейчас. Вот. И, значит, может быть работа с зависимостью. Так вот именно то, что вы, вероятно, зависим. Не совсем понятно, для чего вы написали, что человек вас ненавидит. Вот, то есть, ну, какой смысл вы вкладываете в это? То есть, ну, ненавидит, ненавидит, ну и что? То есть, как бы, вот. Почему вы решили, что он вас ненавидит? Это вот тоже такой достаточно важный, на мой взгляд, момент. Вот. То есть, условно говоря, чтобы отпустить человека, именно отпустить человека, вам необходимо понять, что вы хотите. Вам необходимо для себя определить, в чем вы нуждаетесь. Вот именно в чем вы нуждаетесь. Что вам нужно, да? В чем ваша потребность заключается? Вот. И, соответственно, уже
После этого можно будет говорить о том, чтобы с этим работать и вам помогать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.